Что случилось с Труди? О, привет, Ривет. Она просто сурп камней хочет. Обычно она кормится именно тех скалистых островах, но сегодня у нее нет сил туда лететь. А, опять веселились допоздна? Ладно, я принесу. О, спасибо тебе. Мы подождем здесь. Возвращайся скорей. О, Труди, я знаю, что ты любишь празднества, но нельзя плясать всю ночь на пустой желудок. Зурб-камень! Как раз то, что нужно Труди. Принесла тебе зурб камней! Слушай, если раздобудешь еще несколько штук, я готов махнуться с тобой на эти рейнджерские ботинки. Я могу отметить на твоей карте все места и зурб камни, если тебе это интересно. Я думаю, этот стрижук очень пригодился бы нам в поисках. Вкуснотища ведь, правда? И скоро тебя ждет новая порция зурб вкусностей. Фабрику, чтобы скопить денег на собственное жилье. Тяжко мне пришлось. Вот это да! Сколько зурб камней! Ну, бери ботинки, заслужила! О.
У нашей Труди хороший аппетит. Так что, если отыщешь другие камни, я вручу тебе еще и этого робо-шпиона. Так что ты говоришь, Труди? Ты хочешь помочь Ривит с поиском? Ну, сама слышала. Как будешь готова, запрыгивай ей на спину. С помощью Труд. Ну, вперед, подруга! Хорошо спрятали.
Вот, теперь Труди пришла в себя. Умница, Труди! Oh!
Пролетаем. И погнали! Подруга, поищем с тобой зурб камни. Умница, Труди! Поищем с тобой зурб камни. Yeah.
ранение. Ого! Привет, здоровяк! Полетаем? Вперед! Thank you.
давно. Сразу видно, ты ценишь настоящее качество. Эй, Гривен, забыл тебе сказать. Труди так окрепла, что теперь пышет огнем. Из-за сорб камней в ее брюхе стало жарко, как в печке. Так что пользуйся. Клево! Теперь мы сможем забрать остальные зурб камни. Thank you.
Умница, Труди! Раньше времени. А, кстати говоря, ты не заметила в труде ничего необычного? Не считая того, что она стала еще веселее. Она ждет приплод! Что? Правда? О, прямо... Я устрою в ее честь самую крутую вечеринку за всю историю планеты!